С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 22 июня. В России отмечается День памяти и скорби. В день начала Великой Отечественной войны. В 3 часа 45 минут 22 июня 41 года нарком военно-морского флота Николай Кузнецов дозванивается в Кремль и сообщает о немецком налете на Севастополь. Со Сталиным его не соединили, но через несколько минут перезвонил Маленков. «Вы понимаете, что докладываете?» «Понимаю. И докладываю со всей ответственностью. Началась война». Тем временем Гитлер обращается к нации. «Я решил сегодня передать судьбу государства и нашего народа в руки солдат. Да поможет нам Бог в этой важнейшей борьбе». Первая же сводка информбюро гласила о том, что с рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной армии. В Англии опубликовано заявление Уинстона Черчилля о поддержке Советского Союза в войне против гитлеровской Германии. Из выступления по радио заместителя председателя Совнаркома и Наркома иностранных дел СССР Молотова 22 июня 1941 года. «Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами». Так начиналась война, которая изменила судьбы миллионов людей, которая стала угрозой самому человечеству. И не помнить об этом просто невозможно. У родившихся в этот день в 1898 году родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель 20 века, представитель так называемого потерянного поколения. Жизнь его полна историй. Так писателя обвиняли в том, что он украл рукопись у убитого товарища. Его даже называли предателем родины, плейбоем, дешевой знаменитостью. Весной 1933-го в крупных городах нацистской Германии сжигали книги из так называемого «черного списка». В нем был и Ремарк. Произведения Ремарка в итоге были экранизированы 19 раз. Из них чаще всего на Западном фронте без перемен – 3. Ремарк коллекционировал изображения ангелов, считал, что они защитят его от бед. Уникальная была личность. В 1947 году появилась на свет Наталья Варлей, киноактриса, исполнительница главных ролей в фильмах, ну, названия которых знают все, «Кавказская пленница», «Ви». Фамилия Варлей оказывается валийская. Предки актрисы, согласно семейной легенде, приехали в Россию из Уэльса в 19 веке. В детстве будущая актриса серьезно увлекалась музыкой и окончила при этом еще и акробатическое отделение, то есть стала эквилибристкой. Свой трудовой путь Наталья начинает в цирке на Цветном бульваре. На роль Нины в кинокомедии Леонида Гайдая претендовали более 500 актрис. Режиссер остановил свой выбор на Варлей из-за ее невероятного обаяния. Будучи цирковой артисткой, Варлей пожелала все трюки в фильме исполнять самостоятельно. Но Гайдай не позволил ей этого сделать. Каскадерша же, приглашенная на площадку, оказалась не настоящей. И в результате Наталья Варлей с радостью все-таки принимала участие в съемках опасных сцен. То есть она, получается, работала и актрисой, и каскадером или каскадершей одновременно. В 1949 году появляется на свет Мэрил Стрип или Мэри Луиза Стрип, американская актриса, ведущая звезда 80-х, 90-х, да и 2000-х. Известна своими характерными ролями, сыгранными с эмоциональным, драматическим накалом и, конечно же, своей необычайной, при этом непринужденностью, с разнообразными акцентами, как сказали бы мастера. В ранней молодости начинающая актриса работала официанткой в одном из отелей Нью-Джерси. А
Окончила престижный Ельский университет, получив степень магистра искусств, и была одной из лучших студенток вуза. За свою актерскую карьеру Стрип стала трехкратной обладательницей премии «Оскар» и 19 раз попадала в номинацию. Помимо этого, актриса – девятикратная обладательница еще одной престижной премии в кино «Золотой глобус». На эту награду актриса была номинирована практически несчетное количество раз – более 30, что стало абсолютным рекордом. И еще о родившихся. В 1950-м появилась на свет наша замечательная актриса Светлана Крючкова, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в 1959-м, а в 1964 году американский писатель Дэн Браун, который взорвал читательский мир произведением «Код да Винчи». Но теперь о событиях этого дня. В 1675 году король Англии Карл II основывает Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, который проходил через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отчета. До этого времени, еще много лет после, в качестве нулевого меридиана выбиралась долгота порта отбытия или столицы соответствующего государства. Лишь в конце прошлого века международное сообщество пришло к согласию считать нулевым гринвичский меридиан. 22 июня 1812 год. Тоже знаковое событие. Наполеон обращается с воззванием к войскам, в котором обвиняет Россию в нарушении Тильзитского соглашения и называет нападение на страну Второй польской войной. В тот же день французский посол в Санкт-Петербурге вручает председателю Государственного совета и Комитета министров России ноту с объявлением войны. 24 июня авангард французских войск вторгся на российскую территорию. 1897 год. Ресторан «Славянский базар», отдельный кабинет. Там встречаются Немирович Данченко и Станиславский. День этой встречи считается днем рождения Московского художественного театра. Инициатором встречи был Немирович Данченко. В ходе легендарной беседы, которая длилась без перерыва 18 часов, были сформулированы задачи предпринимаемого театрального дела и обсуждена программа их осуществления. В протокол записали: литературная вета принадлежит Немировичу Данченко, художественная – Станиславскому. В 1960 году официальный разрыв отношений между Советским Союзом и Китаем. Поводом к этому встает обмен оскорблениями между лидерами ведущих восточных держав. Никита Хрущев называет Мао Цзэдуна сталинистом. Тот не остается в долгу, подобрав для главы советского правительства соответствующее ругательство – ревизионист. Лишь в мае 1989-го, после многочисленных событий, Москва и Пекин нормализовали свои отношения. Случилось это во время визита в Китай Михаила Горбачева. 1977 год. Выходит диснеевский мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь». Правда, сначала он назывался «Спасатели». Грызуны вместе с разношерстными друзьями бросаются на помощь к любому, кто оказывается в беде, будь то животное или даже человек. Пушистых жителей Нью-Йорка стоит благодарить не только за мелкие достижения. Их лапам и умам принадлежит победа над чокнутым профессором, который пытается захватить власть на земле. Любопытно, что парочка бурундуков впервые появилась на экранах в 1943 году, а к 1989 появляется полностью новый и весьма популярный сериал, который докатился и до угасающего Советского Союза. Сериал побил все мыслимые рейтинги, стал популярнее даже цикла «Приключения утиной истории», стартовавшего на 2 года раньше. Поэтому авторы решили снимать продолжение. И в итоге невероятные похождения хвостатой команды растянулись аж на 65 серий. Ну и последнее. 1986 год. Мир узнает о существовании реальной руки Бога. Это случилось после того, как Диего Марадона забивает мяч в ворота сборной Англии. Все происходит на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу. От ноги английского полузащитника мяч отскочил в сторону штрафной, где Марадона настиг его своим левым кулаком, которым и отправил
мяч в ворота. Рефери посчитал, что мяч был забит головой. И несмотря на возмущение английских игроков, гол был засчитан, и сразу же его прозвали рукой Бога. Конечно, в нынешние времена наверняка включили бы видеоповтор, и этот мяч не был бы засчитан. И история этой игры могла пойти совсем по-другому. Но в качестве оправдания в этой же игре реабилитировался Диего с помощью еще одного мяча. Его уже назовут голом столетия. Он был забит после прорыва Марадоны в штрафную английской команды, в ходе которого он обыграл 6 игроков, включая вратаря. Английский бомбардир Гарри Линекер, который забил единственный гол своей команды, в этом матче заявил, что при виде этого чуда мяча его впервые в жизни подмывало зааплодировать сопернику. Ну а сам Марадона при всех сложностях его персональной судьбы навсегда в истории футбола. Да еще какого футбола? С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».